Всем привет, меня зовут Дар, и мы продолжаем играть Kerbal Space Program. Сегодня я решил, что мы будем строить какие-то самолеты из Звездных войн. Думаю, все их знают, видели, ну, конечно, если кто-то не смотрел вдруг Звездные войны, то это печально. Я решил для начала построить X-Wing, а потом TIE Fighter. Ну, так вот. Вот. Следующий у нас идет. Вот эта кабина. Эскал идет кабина. Там авиационный бак. Я бы хотел вот эту фигню спереди. Но, блин. Она классной формы. А если мы ее повернем... Не так же. Да. Сойдет она ведь... Ровно, да. Сойдет. К ним я прицеплю, получается, двигатели. Вот, думаю, такие. Ну, погоди, это еще не двигатели. Но двигатели нам еще рано. Так. А теперь супер классный воздух заборки. О, да. Теперь задняя часть выглядит огромно. Теперь, думаю, сойдет вот это подтопить, можно сказать. Ближе к корпусу, чтобы оно было. Ну и ровнее смотрелось. Ну, теперь это X-Wing. Можно размер менять. Я вспомнил. Можно бэби-сайзные воткнуть вот такие и размером поменять просто. А, они будут слишком толстые. Нужно тонкие найти. Вот теперь это X-Wing. Вот тогда. Теперь у него тут по сторонам стоят пушки. Я не знаю, как я сделал пушку. Есть что-нибудь такое вообще? Блин. Ну тут нет ничего такого подходящего. Моя фантазия меня подводит. Давай псевдокосмический корабль. Не подведи, блин. 3, 2, 1, пушка. Так, оно работает. Пускай наберет скорость. Ура! Он неуправляемый, это ракета. Так, у него вверх ногами это фигня, кажется. Да, вот это главное. Так, мы просто его перевернем. Ура! Оно летит. Только неуправляемо летит. И недостаточно быстро, погодите, 300. Мне не получается им управлять. Вот что с ним выходит. Все, падение X-Wing. Хорошая вышла модель, но не самолет. Так, продолжаем мучение с самолетом. Думаем. Да, нужны аэродинамическое все дерьмо. Наши
Нелюбимые Эливоны. Не знаю, как это будет... О, господи. Не знаю, как это будет работать. Так, мы снова наберем скорость просто на месте. А, стоять. Скорость тут нужно сменять. Сколько он может набрать вообще? Мы застряли. Так, вы можете уйти отсюда, господа? У меня не хватит терпения построить тайфайтер. Я просто не представляю, как он будет лететь. У этого хотя бы есть какие-то штуковины, похожие на двигатель. А тайфайтер что? Это какой-то ужас. Там я не знаю, где двигатели прикрепить. Так, сколько мы набрали? Сойдет. О, теперь он чуть-чуть управляемее стал. Просто представьте, если бы самолеты так вот поднимались у нас. Вот это уже я называю полет. Только крыльями махать не надо, как птица. О, господи! Это страшно! Не маши ты ими так! Мне кажется, сейчас все взорвется. Я опять его не могу поднять выше. Ну, маши! Да. О, крыло. Пока, крыло. На этом я закончу этот эпизод. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока!